Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Всем привет! В этой серии мы будем заниматься тем, что будем проводить антикоррозионную обработку не только наружных частей рамы, но и внутренних. Помимо этого мы будем зашивать металлом колесные арки, пороги, моторный щит, полы и, возможно, туннель, если мы успеем вам это показать. Как вы видите, сварные швы мы зачистили для того, чтобы максимально обеспечить прилегание листового металла к раме. За целостность рамы мы не беспокоимся, потому что перед тем, как мы ее проваривали, мы снимали фаску с соприкасающихся частей, да, для того, чтобы максимально проварить корень шва. А сейчас мы будем заниматься тем, что мы будем делать листовые панели для того, чтобы обшить багажник, полы и арки автомобиля. Я думаю, подходит. Вуаля! Осталось маленький кусочек вырезать, но это самое сложное, это мы на следующий выпуск оставим. И вот подкрылки мы сделали, на это ушло порядка нескольких дней, потому что детали очень сложные, очень много гибов. Мы их соединили, зачистили швы. Сейчас мы все закрепили на струбцины, и когда мы изготовим все соседствующие детали, мы это все прихватим. А в данный момент мы будем заниматься порогами и полом. Гайку уронил. Все. До последнего. Не, ну я ж не Игорь. Это Игорь до Ротовас. Допуски, как в аэрокосмической отрасли.
мы закончили обшивать все необходимые нам части рамы, за исключением моторного отсека. Сейчас мы будем заниматься тем, что будем обваривать все эти листы, а в дальнейшем займемся антикоррозийной обработкой. Ну что, сварочные работы по раме мы завершили, и вся эта конструкция стала несколько тяжелее, но все равно, как можно видеть, троем еще реально ее поднять. Ориентировочно она сейчас весит где-то 300 кг. Но теперь мы можем приступить к защите металла от коррозии. Для этого мы будем использовать различные средства, также кузовной герметик, но перед всем этим мы обработаем металл реактивным грунтом. Такую же процедуру проходят все автомобили, которые собираются на заводах. На заводах, правда, кузова окунается в этот грунт, а мы будем его распылять. Итак, мы нанесли реактивный грунт на всю нашу конструкцию, мы разбавили его пожиже и также распыляли под более высоким давлением, чтобы он залетел в труднодоступные места. Он у нас просох, и теперь можно наносить кузовной герметик. Герметик мы будем использовать двух видов – под кисть и под пистолет. Наносить мы будем его на места соединений труб и листового металла. Как можно видеть, в некоторых местах у нас есть даже просветы. И после того, как мы все это загерметизируем, мы уже потом приступим к покраске рамы. А после будем обрабатывать трубы изнутри. Также, чтобы сделать более аккуратный швы, мы, получается, кладем герметик и потом разглаживаем его вот такими шпателями резиновыми, которые имеют разные виды углов. Выбираем подходящую для нас форму угла и просто разглаживаем.
Итак, мы обработали герметиком все места стыков листового металла и труб. Все полностью загерметизировали, это у нас высохло. И теперь мы можем приступить к покраске. Красить всю эту конструкцию мы будем специальной грунт-эмалью с антикоррозийными свойствами. Цвет выбрали черный молотковый. Итак, покрасили мы нашу раму, у нас остается, как я говорил, два этапа антикоррозийной обработки. Один из них – это обработка труб изнутри, и второй – это обработка всей рамы специальным средством на битумной основе. Помимо антикоррозийных свойств, это средство также обладает и шумоизолирующим эффектом, потому что получившаяся рама у нас хоть и покрашена сейчас в два слоя, грунт и краска, но она все равно очень звонкая. То есть на ходу, когда камни будут лететь в арки, а также бить по днищу, в машине будет очень шумно. И мы сейчас его нанесем и также покажем вам, что при ударах звук будет более глухой. Но наносить мы будем его не полностью на всю поверхность. Салон изнутри мы обрабатывать не будем. То есть то, что мы сейчас видим, это у нас внутренняя часть салона. Будем наносить его, получается, на днище, на арки и также на внешние стороны всех листовых элементов. Прошел еще один день, рама покрашена, высохла, и мы приступаем к последнему этапу обработки нашей рамы. Это обработка внутренних полостей труб. Мы будем просверливать отверстия. Одно отверстие будет больше, другое будет меньше, для того, чтобы создать избыточное давление в раме, чтобы состав полностью прошел по трубе и обработал ее полностью. Так как трубы обрезаны под углами, они все связаны друг с другом большими сегментами, что облегчит нам работу по ее обработке. А трубы изнутри мы будем обрабатывать специальным средством для скрытых полостей на восковой основе. Почему мы не сделали обработку труб в самом начале вообще антикоррозийной обработки? Потому что когда мы будем его распылять, вот этот восковой опыл, он будет летать везде и садиться на лицевые части труб. И следовательно, чтобы потом нам можно было нанести реактивный грунт, нам нужно было все обезжиривать. Но с такой конструкцией рамы, где очень много труб, очень много труднодоступных мест, это было сделать бы, наверное, сложно. Вообще запарились бы. Поэтому обработку труб изнутри мы производим в конце. Хоть и на пыл также будет летать и садиться, но он будет садиться уже на обработанную поверхность. Для наиболее лучшего нанесения материала на стенки труб мы ставим, получается, минимальный расход материала и максимальный расход воздуха, чтобы было как можно больше давления. Ну, как можно видеть, пальцы чистые. Yeah.
что, прошло 10 дней после того, как мы начали обшивать раму металлом, все обваривать и обрабатывать различными антикорами. Я считаю, что у нас получилась надежная долговечная рама. Реактивный грунт мы нанесли в 2 слоя, грунт эмаль мы нанесли в 3 слоя, и антикор для днища арок мы нанесли тоже в 3 слоя. И, как мы говорили, конструкция у нас стала менее звонкой. Но работы над рамой еще не закончились. После того, как мы изготовим кузов, нам нужно будет его навесить и сделать, получается, на этой конструкции дуги, на которые будет устанавливаться кузов Авентадора. Также будут доработки и задней части нашей рамы. Когда мы установим двигатель, нужно будет сделать дополнительное усиление, плюс обшить металлом. Сейчас мы это не стали делать, потому что это лучше делать тогда, когда мы установим двигатель и всю техническую часть. Кто-то может сказать, зачем вы именно тогда сейчас сделали такую антикоррозийную обработку, когда стоило ее сделать после того, как закончатся все работы над рамой. Просто эти работы неизвестно, насколько протянутся, что касаемо двигателя и кузова. И за это время голый металл бы у нас просто покрылся уже слоем ржавчины. Поэтому мы решили обработать его сразу, чтобы он не успел заржаветь. Ну и так как основные работы по раме у нас закончились, ее нужно снимать с опрокидывателя и ставить на колеса. А чтобы поставить на колеса, нужно сделать подвеску для нашей рамы, чем мы и займемся в следующей серии. Ну а на сегодня это все. Спасибо всем за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Пока! Вот так затягиваешь, вот так обратно, все. То, что доктор прописал. А кожух где? Игорь, где кожух? Очки где? Нормально? Ничего не видно.